Да, а ты хоть с кем-нибудь из своих земляков поддерживаешь отношения? Или у тебя абсолютно... Я с Димой Дебровым поддерживаю отношения. Угу. Вообще у нас город очень плодовитый с точки зрения каких-то известных, талантливых людей. Очень мы как-то даже сидели, и прям, знаешь, так, если загибало пальцы, перечисляли, кто из Ростова, и так прям гордость берет, потому что действительно много интересных, очень талантливых людей. Кирилл Серебренников, смотри, Баста Нагана, он же, да, тоже такой, ну, очень такая одиозная фигура, интересная, на мой взгляд. И все новаторы, кстати, да, вот, такие свои вот первопроходцы. Потому что Дебров, он просто вот в свое время как бы это совершил революцию. 100%. Ну, в нашей с тобой Мы-то с Димой вообще знакомы очень давно, потому что они вместе учились с моей мамой. Да? На факультете журналистики. Ты сейчас Диме так раз такой высчитываю его тягу. Нет, это с огромным уважением отношусь и любовью. Понимаю, да, конечно, он учился с твоей мамой. Да. Вот, поэтому, конечно, приятно осознавать, что вот, ну, есть такая плеяда известных, талантливых в своей отрасли людей, и быть как-то причастной, ну, хотя бы немножко, ну, это приятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».